Я, Сабитов Айбек, от лица Куще партиясы заявляю, мы участвуем и поддерживаем мирные протесты, митинги, шествия и пикеты. Это наше конституционное право. И поэтому 22 числа в 2 часа дня в городе Астана, дворец Жастар, я пойду на митинг с требованием полной отставки правительства вместе с председателем Совета Безопасности Нурсултана Назарбаева. Куще партиясы, за нами правда. Мы идем на зеленый свет. Аллах Казахстан!